удалить любые пятна с одежды. Лови мой совет. Ранее заказывала для пробы этот гель на 3 литра, активно пользовалась и сколько осталось. А вот всего за 500 рублей взяла целых 5 литров геля для стирки от Shima Home, который действительно подойдет для дачи, дома и большой семьи. Подходит для машины и ручной стирки при температуре 20-90 градусов. Он очень густой, соответственно, расход будет экономный. Хватит аж до 200 стирок. Взяла вот такое белое полотенце с застарелыми пятнами, также футболки и блузку с пятнами от пота. Добавила один колпачок универсального геля и мерную ложку кислородного отбеливателя 25 в одном, тоже от компании Shima, но добавив более высокую температуру. В таком сочетании гель работает более эффективно. После стирки все пятна исчезли, оставив при этом приятный аромат, даже можно не пользоваться кондиционером. Сейчас летний сезон, и дети активно проводят все время на улице. Светлые вещи пачкаются травой, ягодами, песком. Складываем вещи в чашку, немного очистителя 25 в одном, заливаем крутым кипятком, сразу пойдет реакция. Вот сколько пены образовалось. Затем отправляем в стиральную машинку и добавляем концентрированный гель. Пены образуется достаточно, и результат оправдал ожидания. Все вещи остаются насыщенными, яркими и без единого пятна. А где заказывала средства, смотри в описании.